Конституционный суд республики вынес решение по делу о детях войны. Напомним, с жалобой обратились двое жителей Якутии, заявив о том, что согласно статье 4 закона Якутии о мерах социальной поддержки граждан, потерявших одного из родителей в период Великой Отечественной войны, они не получают положенные льготы. Суд признал, что получение только одной из мер соцподдержки не противоречит Конституции республики. Меры социальной поддержки, их льготы и выплаты не суммируются. Тем не менее, Госсобрание, рассмотрев рекомендацию Конституционного суда, может изменить порядок получения льгот для детей войны. Конституционный суд признал конституционность нормативного правила республиканского закона, согласно которому гражданам предоставляются меры социальной поддержки по одному из оснований по их выбору. Вместе с тем, Конституционный суд указал, что Государственное собрание ЛТУМН, реализуя свою законодательную прерогативу, вправе для граждан, переживших в несовершеннолетнем возрасте Великую Отечественную войну, перенесшему ее тяготы, невзгоды и лишения, и потерявших одного из родителей защитника Отечества, предусмотреть получение дополнительных мер социальной поддержки по нескольким основаниям в совокупности.